Дмитрий, а где у вас точка G? У меня в разных местах. Например, здесь. Вам нравится, Дмитрий? А здесь чуть побольше. О, а здесь чуть побольше, да. Большая точка G. Устаю. Видишь, как руки забились все в венах, как будто напампил вот этой штукой. Напампил? Что происходит? Не запомни, мне понравилось. Напампил. Мальчики в 11 лет пампят. Что такое грустный? Я когда на тебя смотрю, я никогда не радуюсь. Я, кстати, с ней боролся недавно. У нее офигенно получается нерипинг. Прям одна из техник, которая ей дается на ура. Если вырезать весь позор, то тебя никогда бы не было у нас в кадрах. Вот это вот обидно было. Ты просто не очень талантливый, поэтому и в синих поясах шестой год. Я 4 года еще не пояс. Но уже коричневый страйп есть. Это просто палец кто-то вытер. На ножок ровно сядь, ногу просунь. Блядь, что ты делаешь? То есть ты понимаешь, почему он 4-й год в синих поясах? Колено, блядь. Ты же это вырежешь? Тренер, ну как не потеет. Все, я понял. Аллилуйя. Что, девочки, вам нравятся эти мерзости? Очень нравятся. Мы затем пришли. Главное учить жопу двигаться. Вот даже в вольной борьбе есть удары, между прочим. Просто об этом все знают. Но, кажется, на них они есть. Это уже после схватки. Во время схватки обычно. После схватки стрельба. Трейбой, да, наверное. Сколько вам нужно времени, чтобы освоить технику? Это треугольник или нет? Нет. Пару минут. Треугольник? Я умею. Два лайка достаточно? Да. Сделал. Устал. Да, устал.